Уважаемые друзья рыболовы, всем крепкого здоровья. Сегодня я прибыл на разведку на один очень интересный деревенский прудик. Подсказал мне об этом водоеме мой друг Игорь. Ну и, собственно говоря, по его приглашению я и прибыл. Он рыбачит сейчас там где-то за мной, рядом с берегом. Я просверлился здесь, примерно в 100 метрах от берега. Нашел в камеру своих первых окуньков и уже начал потихонечку ловить. Водоем очень интересный. Думаю, что сегодня побурю здесь достаточно большое количество лунок. И попробую поискать своих полосатых. Надеюсь, что размер меня порадует. Ну и, соответственно, порадует и вас. Первая рыбка? Да, вот она, вот она. Поздравляю. Ага, все, надо. Вот я раз махнул, все. Вот только раз махнул. Ну вот сейчас пробурил луночку. Нашел своих первых полосатых. Ерши еще тут плавают какие-то. Ну то есть отсюда уже можно начинать облавливать. Вообще, конечно, здесь есть и крупный окунь. Есть экземпляры по 400 и по 500 граммов. Вот, но их надо искать, либо их надо прикармливать, то есть приезжать сюда с мормышем. Однако сейчас пока в магазинах мормыша нету, поэтому остается только искать. Активно бурить, активно ходить, активно трясти и активно искать. И тогда удача. О, вот он. Вот нормальный. Вот полосатики. Тогда удача однозначно улыбнется. И как хорошо заглатывает мою мормышечку. Дача улыбнется и окуньков на своих крупненьких поймаем. Ой, вот это хороший. Хорош полосач. Класс. Подошел. Смотрите-ка, отрыгнул. Отрыгнул вон верховку какую-то. Прикольно. Пойдет. Нормальный такой шарик. Засмотрелся.
побежал. Хороший был, надо было тащить быстрее. Пойдет. Нежданный ловчик. Рожка прилетела. Смотри, какая была. Капец. Рыбалочка складывается на вполне себе позитивной ноте. Поймал уже несколько хороших окуньков. Поймал несколько маленьких окуньков. И вот думаю сейчас пробурить пару лунок и с мелкими окушками выставить несколько жерлиц. Жерлицы у меня с двойничками, вот так вот креплю на кусок изолоны. Хоп, достал в карман под замочек. Убрал. И все, можно разматывать жерличку. Давно уже придумал такой способ. Вот. Насаживаю я живчика всегда за спинку, причем в районе, получается, за спинным плавничком, то есть вот окунька между вот этим большим плавником насаживаю и вот этим маленьким сюда, так он лучше плавает. Вот. Щука его лучше разворачивает, соответственно, и более беспрепятственно заглатывает. А когда заглотит, ну его лучше съедает. Наши окушки. Ну, классные такие. На опускании кто-то стоял. О, ой-ой-ой, хороший какой, как заглотил жадно, ты смотри, в самую шахту. Так вот высоко стоит. Поклевка была. Мой кушок. Интересная ситуация получается. Вот сейчас на том участке, где я нахожусь, окуня нет. А с утра он был. Я думаю, что все в перемене освещения. И сейчас, скорее всего, окунь ушел либо на глубину, там где поглубже, где потемнее, либо он убежал куда-нибудь в траву. Вот одно из двух. Такие вот у меня предположения. Так что сейчас возьмем бур и пойдем бурить и искать рыбу. Но рыбка-то у нас уже есть. Радует. Пойдем.
окунек. Вот такой же окунек, смотрите-ка. Есть, есть, есть. Ой, нормально, нормально. Вот. Так, классно. Вот он. Вот он. Четкий окушарик. Какой. Хороший. Шук. Thank you.
все-таки полосатик. Вообще огонь. Ну что, друзья, пришло время заканчивать нашу сегодняшнюю рыбалку. Упирался я до последнего, упирался я до самого вечера. Игорь и его напарник уже давным-давно уехали. Но здесь такой водоем, что приезжаешь, и окунь стоит разрозненно, и его надо, что называется, вытрясывать. Тем не менее, клев был только утром. По несколько рыбок с лунки получалось снимать. Но рыбка была в целом не крупная, но несколько экземпляров более-менее нормальных попало. То есть попали окушки такого достаточно видового такого вот размера. Рыбки хорошенькие, то есть и поклевочки были зачетные, и леска немного так поскрипела. Вот. Пожарить таких рыбок самое то. В общем, всю рыбалку я прорыбачил на одну единственную свою мормышку. Там самодельная мормышка, нимфа с глазками и бусинкой ядреным глазом. Лунок я сегодня просверлил очень много. Наверное, порядка штук 70 точно. В разных местах бегал, набегал достаточно много. Но, тем не менее, поймал столько, сколько поймал. Улов, в принципе, неплохой. В ожидании, значит, когда у нас встанет нормально большая вода, такой вот уловчик у меня получился. Мелких окушков я всех сейчас утоплю. Они мне совершенно не нужны. Возьму только тех, которые покрупнее, для того, чтобы их можно было пожарить. А остальные пускай идут во свояси. Рожку тоже туда. Ну вот, оставлю только вот таких вот рыбок, чтобы можно было их пожарить и покушать. В общем, вот такие вот перволетные окуньки поедут у меня сегодня на сковородку. Ждем, когда встанет большая вода, и отправимся за хорошей рыбой. Всем вам не хватает чешуи, крепкого льда и удачного открытия. Ну, у меня на этом все. Увидимся с вами в следующих видео.